Сегодня в меню – кремлевская хряпа. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Вода – 3 стакана. Свекла – 2 штуки. Морковь – 2 штуки. Уксус 9% – 1/2 стакана. Лук репчатый – 2 штуки. Соль – 1 столовая ложка. Сахар – 10-14 чайных ложек. Масло растительное – 3/4 стакана. Капуста белокочанная – 1 килограмм. Закуска имеет несколько вариантов приготовления. Кто-то добавляет еще чеснок и мелко нашинкованный болгарский перец. Хранить готовую закуску можно до 2-3 недели в холодильнике. По слухам, это любимая закуска Брежнева. Правда это или нет, не знаю, но закуска получается хрустящей, сочной, очень вкусной. Рекомендую сразу приготовить побольше. Подготовьте необходимые ингредиенты. Все овощи нашинкуйте максимально тонко, насколько получится. Соедините все овощи в большой миске, перемешайте. Сварите маринад. Для этого доведите до кипения воду с уксусом, растительным маслом, солью и сахаром. Залейте получившимся маринадом овощи. Перемешайте и дайте остыть. Затем отправьте капустную закуску в холодильник. Выдерживайте 1-2 дня. Кремлевская хряпа готова. Маринованная, овощная закуска готовится элементарно просто, из самых доступных продуктов. Берите на заметку рецепт. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!